Лотерея и вправду беспроигрышная. И не только потому, что подарок получает каждый, а добрых дел выигрывают все. Человек, которому оказывается помощь, начинает верить в чудо. Леокадия стала счастливой обладательницей мяча с автографами игроков футбольного клуба «Севастополь». Давно мечтала о таком подарке. И в то же время всегда стремилась помогать людям. Сегодня день для нее удачный. Удалось совместить и то, и другое. Такой мячик – это раритет. Возможно, в будущем он будет очень ценен. Эти деньги, они пойдут реально в помощь, поэтому я решила его приобрести. На благотворительность направит часть денег и ставшая известной пенсионерка из Воронежа, которая выиграла в лотерею 500 миллионов рублей. Подарки судьбы – это всегда приятно. Может, сегодня фортуна улыбнется и мне? Куплю билет спортлото. И так попытаюсь свою удачу, волнуюсь вообще. Так, звездочка. Нет, сегодня мне не повезло. Придется свой миллион зарабатывать собственным трудом. Многие мечтают о больших суммах, которые упадут им на голову. Но как распорядиться ими правильно – серьезный вопрос. Мы опросили севастопольцев, куда потратили бы они 500 000 000 рублей. Я бы, допустим, открыл свою сеть магазинов какую-то определенную. Пусть это будет обувь, пусть это будут, допустим, продукты. Ну, подумали бы. А половину отдал бы вам. А что, реально есть вариант 500 тысяч выиграть? Дом купить, чтобы имело свое жилье. Ну, наверное, часть на благотворительность отдала бы. Но остальную помогла бы там своим друзьям, родным, близким. Ну, тоже часть потратила бы на себя. Просто 500 миллионов сильно много. Большие суммы крышу сносят, поэтому не стоит так много думать о них. Все, что дает жизнь или не дает, важно относиться к этому правильно, разумно. Не ждать подарков, а просто трудиться. И внезапный сюрприз станет вдвойне приятнее. Елена Карнаухова, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.